Нет, у меня звезды такие очень клевые, классные. И когда звезда приходит и доверяет твоему вкусу, говорит, блин, круто хочу. У меня очень многие так, круто хочу, вот можно там мой размер, я не знаю какой размер, плюс-минус вот такой. Ну и, естественно, отшиваешь по меркам, ну, вроде как так визуально. И Алда Влатова, Прохор Шаляпин, да, вот в новой коллекции у нас сейчас активно ходит везде, говорит, блин, шикарно, удобные костюмы. Не знаю, мне кажется, подобное притягивает подобное в первую очередь. Если ты сам говнистый, вокруг тебя тоже все такое болото киснет. А если ты сам активный, позитивный, ты притягиваешь таких же светлых, адекватных, добрых, активных людей. И зачем работать с теми, кто тебе негативен? Если кто-то там как-то неровно дышит, до свидания. Есть люди, которые более адекватные, также и звезды. Я вот со всеми Корнелия Манго, не знаю, дружим очень хорошо, тоже одеваем. Многие звезды, но очень хорошо себя, Дана Борисова одевали на свадьбу, свадебное платье шили ей, ее дочке, очень все спокойно, без всяких там звездностей. Одна примерка платья готова. Но у меня как-то очень быстро, слаженно, я стараюсь со всеми находить общий язык и радовать.